Булочка из Макдональдс — относительная новинка, которая подается в картонной упаковке, на которой нет почти никакой информации о товаре. Собственно, она выглядит очень аппетитно и таковой является, где курица отлично сочетается с соусом, томатом, салатом и беконом, что меня удивило. Острота умеренная, приятная, есть небольшая хрусткость, и часть продукции может все-таки вывалиться за пределы булочки, так что есть ее надо очень-очень аккуратно. Соус ароматный, нежный, все сбалансированный, даже лишней соли нет. Хотя блюдо очень сытное и не полезное будет. Спасибо вам за внимание. Ждите новые обзоры. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки или дизлайки, как вам пожелается. И приятного аппетита желаю. Также выигрыша призов в монополии от Макдональдса.